Все выясняет диспетчер. Диспетчер, когда принимает груз, когда находит этот груз, он должен полностью подготовить его к работе. Может. Ну, просто задача диспетчера отдать водителю просто документ готовый, чтобы он мог ехать, чтобы у него не возникло сложности во время транспортировки. Это проблема исключительно диспетчера. Потому что задача диспетчера работать не на брокера, а работать на компанию. И делать так, чтобы твой водитель колотил без остановки деньги. И если диспетчер находит отмазку, ой, машина не готова, брокер об этом не сообщил, это полностью вина диспетчера. Ну, ты должен прописать все эти механики в договоре. И что делать в том случае, если диспетчер нарушает условия договора? Ну, в смысле, я тебе за что плачу деньги? За то, чтобы у меня водители стояли? Там, короче, есть такая история, что мы должны перед диспетчером, перед любым, неважно, это твой внутри штата или вот снаружи который, поставить определенные базовые минимальные требования, в том числе и по рейту. Вот в том числе и по рейту. Потому что зачем нам грузить самих себя ниже определенного уровня? Многие участники рынка, которые... Я не скажу, что они... далекие от рынка, но они просто не понимают, насколько важно именно минимальный рейд, чем получить груз. У меня позиция такая: пусть водитель стоит, но ждет лоуд, чем он едет в минус компании. Потому что водитель стоит, ну хорошо, топливо там помолотится, ну чуть-чуть, ну немножечко, ну $50, а если он поедет в минус какой-то стоимости, то получается, я еще заплачу из своего кармана. У меня же есть амортизация на технику, у меня есть амортизация на трейлер, у меня есть оплата того всего 5-10, страховки, топливо, колеса, резина. Там на круг все вылезает, будь здоров. И зачем мне надо, чтобы я знаю, очевидно, что мой водитель едет в минус. Зачем? Стой, брат. Ну зачем? Я не хочу в минус работать. Моя задача работать в плюс, а не в минус. Это маленький элемент, который вот на старте взаимодействия клиента и нашей компании, пока мы еще не начали выполнять перевозку, это стартовый элемент, который необходимо каждому диспетчеру чекать. Подробная, полноценная информация и понимание того, готов ли груз к забору. Готов ли груз, данные об этом грузе, понятен ли груз, какой надо забирать. И только после этого мы отправляем историю всю к водителю.